Тимур Мазур, тренер в студії. Дивіться, як сюрприз, який ми підготували. У нас зараз буде комплекс. І не один, а цілих два. Перше, для Альони. Вона вся в спортивному. І це для тих, хто зараз біля екранів вдома, у кого є можливість займатися. Я в робочому. І цей комплекс для тих, хто зараз знаходиться в офісі, а просто десь на роботі, і треба встати, розім'яти і привести свою спину до ворота. А я, в свою очередь, би сказав, що, ребята, нужно обязательно быть и в той роли, и в той. Утречком проснулись, начать зарядочки, а потом в офисе или на рабочем месте выполнить вторую тренировку. Я попробовал на себе, так. Я занимаюсь 3-4 года. И именно когда мы выполняем и там, потому что многие говорят, а я занимаюсь, фитнес-клуб хожу, зачем мне зарядку делать? Или я делаю зарядку, зачем мне фитнес-клуб или на работе? Так. А когда ты и там выполняешь, постоянно заряженный целый день хорошей энергии. И результаты для мышц просто ошеломительны. Почему? Потому что разная нагрузка, разное настроение. А для нашего тела очень важно, когда мы выполняем зарядочку, да, и какие-то физические упражнения, чтобы включались механизмы адаптации. Так. Именно они строят наше тело, делают его красивым, заряженным энергией и силой. И когда получается, знаете, как такое, там одна, быстренько выполнили зарядочку, да, в одном настроении, так. А на работе совсем другое. Это сдруживает коллектив, и результаты просто супер. Те, которые люди этого придерживаются, совсем другие физические результаты. Поверьте мне, я точно знаю. Ну, воно видно. Супер. Короче. Ну, давайте так, починати. Поехали. З чого краще от починати раніше? А краще, пока от, если мы утречком проснулись, у нас животик еще пустой, мы не покушали. И это очень хорошо для того, чтобы сделать втягивание животика. Мы отвлекаемся, животик расслабляется, у нас там находятся внутренние органы, да, и мы как бы так его выпячиваем. Да. Для того, чтобы это не происходило, особенно для девочек, очень хорошо, и те, которые уже малышек на свет, родили, да, и не знают, как потянуть животик. Вот у нас есть такая мембрана, да, и это как внутренние мышцы животика, да, и мы на выдохе раз, втянули максимально, опа, можно пальчиками потрогать, вы правильно делаете, да, потрогать и проверить, как бы должно быть максимум в каждом упражнении нашего сознания. Это не просто автоматически мы делаем. Друзья, чем больше сознания в том, чем мы занимаемся, занимаемся спортом, мы в этих мышцах, занимаемся мы любовью, мы только любовью, кушаем, мы только концентрация. Кушаем. И работать занимаем, только работать, тогда на 100% все будет так, как надо. Втянули и проверяем, не из животика подтянули, раз бочок так подтянули, оно не подтягивается, но мы это подтягиваем и стараемся, чтобы это прям прилипло к нашей спинке. Подержали. Буквально 10 секунд. Да, 10 секундочек. Так раз, втягиваем, втягиваем. Фух, расслабили немножко. Подышали секунд 20, там 30, пообщались, да, и снова уперлись ножками, ручками так раз, другая немножко позиция, и втягиваем животик, опа, снова, чувствуете, как будто ребрышки так да, давливаем, тянем, оно не втягивается, а мы тянем, то есть не просто держим втянутый животик, а мы его как бы, ну, прижимаем к спинке, прижимаем. Фух, есть. Чувствуете уже какое-то ощущение немножко? Да я уже был тонус. До нашей тренировки я всегда рекомендую обязательно там выпить стаканчик водички. То есть выпили стаканчик водички, чтобы хорошо себя чувствовать, все, организм начинает работать, да, позанимались, и помните, когда вы потом в следующий раз покушаете, в какой бы вы форме не были, а вы будете обязательно в хорошей форме, если вы будете выполнять регулярно зарядку, та пища, которую положите себе в ротик и покушаете, да, вся пойдет в пользу. На восстановление гликогена в мышцах, это даст вам энергии, это именно функция зарядки, когда мы заряжаем свой телефон, мы прекрасно понимаем, да, все у нас хорошо. То же самое и с телом. Выполнили зарядку, зарядили наши батарейки, что скушали, все пошло в пользу, и пошли целый день в хорошем настроении. Потом раз немножко заканчивается зарядочка на работе, мы снова это выполнили, да, ровно это буквально 5-10 минут максимум занимает, но результат просто во всех отношениях, ну, описати нельзя словами. А скільки разів треба робити такі вправи, от вакуум це називається? Два, раз ми втягнули, да, подержали 10 секундочок, отдохнули там 20-30 секунд, ну, до минутки, да, і второе упражнение, раз, зробили, все, достатньо. І все. Важно качество, друзі, ні в коем случае не рекомендую количество, не гонитесь, это обман. Чітко качество, чим більше ви будете в этих ощущениях находиться, так, тем больше будет результатов. Это, я скажу, как на примере с книжкой. Какая бы ни была крутая книжка, интересная, если ты задумался о борще или куда-то отвлекся, так, какая бы ни была крутая, ты смотришь, 3 страницы прочитал и даже не понял о чем. То же самое со спортом. Да? Мы можем куда-то отвлечься, вроде бы по факту ты выполнил ничего, но результата почему-то нет. И те люди, как те, которые относятся таким образом, многофункционально, могут параллельно о чем-то куда-то думать. Да? То есть если везде, то ты нигде. Да? И они говорят, почему-то у меня хуже результат, чем у того, я объясняю, который тут и сейчас находится. Да? Поэтому всегда нужно быть здесь сейчас. И один из моментов нашей зарядки – это для того, чтобы мы своей энергией, тем
тем, чем мы в большей степени по своей сути являемся, нежели просто кусок мяса там, и костей, да? То есть энергии были в теле в своем, да, раз, и потом начали им пользоваться. То есть мы как бы вернулись, собрались, собранные такие, собранность, да, и зарядка этому помогает. Следующее упражнение, следующее упражнение ориентировано, вот как раз хорошо, что вы вдвоем, это может быть там муж, жена, мальчик, девочка, брат, сестра, где-то вдвоем, да, друг другу помочь. Так. Классно, это сдруживает, скрепляет отношения. И вот давайте на вас покажу. Да, вы возьмите, вот подходите, так мы становимся. Да, и вот ручки. В данном случае, Аленушка, это будут тренироваться мышцы груди, а в вашем случае будут тренироваться мышцы плеч. Так. Очень по чесноку, правильно? Ну да, так, чистый. А женщина будет еще лучше, мужчина. Итак, да. Вы вот так, ровные ручки, ровные, поворачивайте, вы сверху. Вы создаете, никакой тренажер такое не умеет. Это, знаете, такой. Вот, и вы разводите, ближе подойдите. Так. Ну, такая дистанция прям. И вы разводите нежненько ручки в стороны. Это плечи. Вы сдерживаете. Чувствуете мышцы груди выше, немножко дайте выше. Свели. То есть, прямая. Да. Он разводит, вы не даете ему развить. Ну, как бы, еле-еле. Давай на мою руку. Да, еле-еле, чтобы это было все сильно. Да, и позволяете ему развести, задержал. Теперь вы сводите, он вам задерживает. Вы сводите, он задерживает. Чувствуете мышцы? Свели, касайтесь, опа. И снова вдох, выдох. Давай. Это просто настолько крутое упражнение. Фух. И делаем так 10-15 повторений. О, так это в офисе нормально. Да, это вообще замечательно. Это может быть даже, не знаю, в платье вы там в пиджаке находитесь. Вообще не помеха. Так, то есть не обязательно там доставать сразу. Так, готово? Да. Выдох. В вашем случае, да. А вы вдох. Теперь вы выдох, сводите, да. Даже можно обязательно выдох, когда хочется застонать сильно. Это, конечно, выдох. Да, вы вдох. Так, поняли, да? Поняли, да? И чувствуете, да, ощущения? Вы понимаете, то есть во всех упражнениях, друзья, чтобы вы понимали, чем мы занимаемся. Мы растягиваем и сокращаем мышцы. И, конечно, мы постоянно своим умом фокусируем внимание на этом факте. Опа, полное сокращение произошло, видите? Так. Потом, опа, полное растяжение произошло. И если мы выполняем 10-15 повторений, то каждый раз мы себе даем указание сделать это лучше. А сейчас я лучше сведу, а сейчас я лучше, больше сфокусируюсь на растяжении. И вот этот самый важный момент. То есть вот когда вы сфокусированы, да, на том, чем вы делаете, ну просто результаты обязательно происходят, и они на 100% самые лучшие всех возможных. Класс. Есть, да? А сколько разов работает? 15 повторений. Один 15. Подход. Один подход. Мы делаем один подход. Мы за качество. Мы не разбрасываемся времени. У нас еще масса хороших дел. Хорошая работа, куда мы пойдем заряженные, правильно? С работы мы выполнили зарядку, мы домой возвращаемся. Тот негатив, который к нам прилип, или мегаполис, да, или какие-то там мы там чего-то хотели добиться, да, вырабатывается кортизол, да. Мы сделали зарядку, аннулировали воздействие, пришли домой, принесли радость и любовь в свою семью и к деткам. Они пришли домой, там на работе сдерживался, домой пришел, ой, напал. Техника выполнения цієї вправи. Да. Давай еще раз. Давай. Поехали. Фокусируй внимание. Вы на плечах. У меня рівні руки. Да, у вас руки. И у меня рівні. Да. И вы разводите. Опа! И задержали. Факт, задержали. Так. Да, теперь растягиваем. Вы сводите. Раз, это всю грудью делаете. А вы делаете это плечами. Вы толкаете, растянули. Она не дает вам. Тобто так, руки повинні бути все ж таки рівні. Да, а потом вы поменялись ролями. Оп. Ага. Ну да. Раз и все. Ну, теперь почувствуйте себя на ее месте, а вы на ней. Видите? Раз и все. И фокусируем. То есть четко мы помним. Да, в вашем случае сейчас плечи работают, а в вашем случае мышцы груди. Чувствуєте? Да. Очень супер. Все, головне тут просто зрозуміти, що руки повинні бути прямі. Да. Следующее упражнение, друзья, ну полезні не найдеш. Я рекомендую всегда такі, знаете, многофункциональные, имеется много, там, где участвует максимум суставов, да, для того, чтобы одновременно включить как можно большее количество мышц. Это способствует выработке гормона роста и тестостерона, то, что дает наше настроение, повышает хорошее, работоспособность, да, повышается плотность, упругость мышц, да, и дается сила, это то, что нужно, да. Поэтому незаменимым упражнением, друзья, является приседание. Так. Приседание, мы ставим ножки. Когда можете узенько поставить, когда на ширине плеч, когда широко. То есть меняйте как угодно. Да? Если вы в юбочке в офисе, то понятно, узенько, удобно. Да, там. Вот, поставили на ширине плеч и приседаем. Приседаем очень качественно всегда. Фокусируем внимание. Вот присели медленно, как на табуреточку мы приседаем. Да? Вот так раз и вдавили. Не обязательно глубокие. Поднимаемся. Раз, выдох. Снова вдох. Чувствуем, выгибаем спинку, не упираемся руками, выдох. И постепенно разгоняемся, медленно опускаемся и толкаем пол. Упа!
И чтобы это было качество, представляем каждый раз, как будто мы упираемся в саму планету и планету от себя отталкиваем. Опа! Или, например, меняем сознание и представляем, будто бы наши ножки, как словно ножи в масло сквозь. Опа! И по-разному, да? І тобто присідати треба повільніше, а і різко вставати. Да, піднімати швидко, угу. Да. І завжди ви будете таким образом, от центральна нервна система і зв'язка вашого ума з мишцями, да, то чітко видаєте чіт. Зараз я опа, даю йому указання, підняти швидко, і ви там сигнал мишці. Раз підняти, медленно, я контролюю, медленно опускаюсь, да. Все, роботу, ви поняли, да? Работает задняя поверхность бедра, верхняя поверхность квадрицепс, да, ягодички, малый таз, кровь. Циркулирует, гормоны вырабатываются, сердечно-сосудистая система работает просто на ура, сердце работает хорошо, гормоны, эндорфины просто зашкаливают. Во всех отношениях ты просто суперчеловек становишься просто непобедимый и просто все умеющий достичь. Следующее упражнение – это наклоны. Они так. Незаметны. Мы наклоняемся, становимся, ножки могут быть вместе, широко. Ну, каждый раз меняйте, да. Один подход, друзья, один подход мы выполняем. И наклоняемся. Спинка выгнутая всегда. И сгибаемся только в тазобедренном суставе. Сгибаемся. Так, фух, задержали. Снова вдох нежненько. Растягиваем, растягиваем. Тренируется. Делайте, да. Спинку выгибаем. Ниже опускайтесь, как бы попу выпячиваете. Спинку выгибаем. Вот так. И выдох. Фух. Опускаемся грудь вперед. А попу вот так. Спинку. Раз. Тренируется. Мышцы спины, а мы сидим в офисе, да, все время на позвоночник, да. Происходят все возможные зажатости, нервные окончания защемляются, перестает поступать кислород, накапливается молочная кислота, и у девочек, у мальчика может чувствоваться дискомфорт. Головные боли, просто тебе невозможно сидеть. Да? Так, а мышцы спины защищают позвоночник, работают ягодичные мышцы, очень важно, да, работают ножки, задняя поверхность бедра. И эти упражнения, которые мы с вами выполнили, они являются базовыми, чтобы вы понимали, любой спорт, например, бодибилдинг, там тяжелая атлетика, легкая атлетика, все, даже футболисты, легкая атлетика, они все посещают, если посещают фитнес-клуб, да, они приходят. Это самое важное упражнение, на которых держится вся сила, выносливость и размер мышц. Это приседания, становая тяга, наклоны и отжимания. То есть они включают максимум мышц. Вот только что мы выполнили с вами три упражнения, работали все, что у вас есть, все мышцы. И от этого просто всплеск гормонов в организме. И они обуславливают рост выносливости, силы. И слушай, а є якась вправа, от у нас зеленая зазвичай сидяча робота. Ми проводимо інтерв'ю, ми загалом тільки та й робимо, що сидимо. Як можна розім'яти спину? Як можна її тримати в тонусі? От тільки що я зробив. Ось тільки це? І чи є якесь інше? Да, ні, от є. Тобто ось ці наклони. Смотрите, базове – це фундамент. Є маса, тисячі упражнень є. Но це базове, тобто лучше. Убери это упражнение, все остальные упражнения не будут такими работать. Не будут эффективнее. Да, например, те чемпионы, которые хорошо тренировались и вдруг забыли об этих упражнениях, выходят на соревнования проигрывать, потому что они понимают, что они отказались от фундаментальных упражнений. Да. Они были там на диете, им было тяжело. Они самыми тяжелыми являются упражнениями. Они от них отказываются и теряют силу, выносят и выходят на соревнования, хотя они были в межсезонье красавчики, проиграли, и потом говорят все как один, потому что я вот не отказался. Просто получились веса слабые, и мне, думаю, ну, отложу совсем эти упражнения, потому что, как бы, и потеряли мышцы. Мышцы как бы сыпятся. Поэтому для того, чтобы делать, можно ограничиться только этими упражнениями. Они основа. Так. То есть вы можете ждать, вы всегда будете заряжены в тонусе, и ваши мышцы будут всегда вот, самые лучшие. Тобто, друзья, реально, это всего такой секрет, три... друзья, я занимаюсь 3-4 года. Вправы. Вот просто впитайте эту информацию, которую она говорит. Я говорю вам, что вы будете до глубокой вообще всегда в прекрасной форме, хорошо выглядеть. Да, мне часто говорят, слушай, а как ты так все время выглядишь? Как-то все время какой-то такой одинаковый, нормально. Потому что я всегда придерживаюсь этих трех упражнений. А все остальное, как бы плюс-плюс-плюс, могут быть, а могут не быть. Зараз тих дівчат цікавить, як же швидко і схуднути до літа, тому що залишається менше 2 тижнів. Наскільки ефективні ці вправи, якщо ти хочеш реально зменшитися в об'ємах? Поэтому, друзья, я вам хочу сказать, что если вы хотите сбросить подкожный жир, первое, много там, каждый тянет на себя дело. Тренера по тренажерному залу говорят, нужно вам больше двигаться. Диетологи говорят, нужно вам правильно кушать. Массажисты там говорят, нужно вам разбивать там жир это, и там и ходить в сауну. Да? Я для того, чтобы они работали в тандеме, и хочу сказать, что правильный подход – это когда вы осознаете, что ваш организм – это очень мудрая, ну так,
в общем, машина, которой миллионы лет. Она так передавалась из клеточки, из поколения в поколение. Да? И нужно понимать, если у вас есть подкожный жир, нет никаких проблем, это говорит о том, что ваш организм абсолютно здоровый. И нужно понимать, у него есть причина, по которой он накапливает жир и почему-то за него держится. Это называются механизмы, которые в первую очередь ориентированы на выживание, чтобы мы всегда двигались в будущее как вид. Это так. Очень хорошо. И вот когда у нас большие промежутки между едой, организм не понимает, что мы заняты работой, или нам там неудобно в офисе достать, там покушать, да, или мы там учимся, да, то есть он включает механизмы, ориентированные на выживание. Первый механизм – это механизм эконом-режим, то есть он экономит жир, жир кушать не просит, его можно покушать в последнюю очередь. Вдруг ты не дашь там совсем поесть. И в этот период времени, когда большие промежутки между едой, он начинает, знаешь, кушать мышцы, то, что нам больше всего нравится. Да. Это называется катаболизм. Да? То есть он, получается, и съел, потому что именно мышцы нуждаются в энергии. Да? И он покушал мышцы и поел, и меньше кого кормить остается. То есть убивают два зайца. Это очень мудрое решение, но у нас сегодня цель не выжить, как это было в древности, да, и достичь от одной точки А в точку Б, да, а у нас быть такими функциональными, подтянутыми, хорошо вылеченными, и заряженными энергией и силой. И поэтому очень важно, к сожалению, это хорошо бы было обучать людей в школе, чтобы они понимали, да, очень важно кушать каждые два, максимум три часа, чтобы вы понимали, больше трех часов, даже если вы кушать не хотите, а это привычка, да, организм уже подключается к тому, что начинает беречь жир, держаться за него, да, и кушать ваши мышцы. Этим на ура пользуются, например, фермеры. Почему? Потому что я слышал много историй, да, я совсем там не ем там где-то, и там утром не только ем, и вечером только ем, и мне все равно жир растет. Говорю, именно так, позвоните своей бабушке, скажите, как вы себя чувствуете, я вас так люблю, а как вы поросят своих кормите? И они скажут все как один, это мы два раза, только так жир растет. Корми их часто, жир не растет, и остаются только мышцы. Поэтому мы кормим утром и вечером, чтобы были большие промежутки между едой, и те механизмы включаются и накапливают много сала, которые мы так... А які є ще вправи для підтримання себе в тонусі? Это фундамент. Так. И вправ больше может быть очень много всевозможных. Например, мне нравится тренировать бицепс. Я мистер бицепс, чтобы было понятно. Так, в свое время, в 2005 году, как бы взял титул бицепс, и мне никто его так не отобрал. Да. Вот, и это самое. Хотите секрет отдельно? Я расскажу всем. Так вот, и значит, я становлюсь перед зеркалом, да, утром. И вот бицепс, фокусируя внимание, это может быть и плечо ваше, любая группа мышц. Это может быть трицепс. Все мышцы абсолютно можно тренировать в домашних условиях. Да? Наша основная задача – ее растянуть и организовать полное сокращение. Правильно? Куда-нибудь упираемся. И вот с бицепсами я делаю так. Моя же рука, я так раз полностью обеспечил сокращение, растянул. Полностью обеспечил сокращение, растянул. И я считаю, что именно домашнее условие вот этого упражнения в одном подходе, именно оно обусловило то, что у меня получился самый там большой в свое время там бицепс. А не те упражнения, которые в фитнес-клубе я там большие веса там поднимал. Это очень важный момент. Такая шас. Да, вот на раз, вы же можете, да, себе, опа, и максимум выжать. Вы же с собой можете договориться. Если вы гантели в руку взяли, она 10 килограмм и здесь, и здесь, и здесь, и здесь. А наша мышца может быть здесь сильнее, здесь легче, там, ну, слабее. Да? А опустить она может 20, а не 10. И поэтому мы выжимаем и поднимаем максимум, выжимаем, напрягли, обеспечили, опускаем. То же самое с трицепсом. Подошли к стеночке или к столу, там, где угодно уперлись, и вот так раз своим весом, опа, выпрямили. Выпрямили, да? К плечу подошли, к стеночке или там к двери, да? Уперлись к плечку, оп, подняли, если никого нет, если вы один, да? Так. Раз уперлись, навалились. Уперлись, навалились. Вот и все. И даже если упражнение просто, например, взять мышцы груди, это называется изометрическое напряжение. Вы раз напрягли и напряженными держите, или там ягодицы. Напрягли, и держите, да? Это для мальчиков, для девочек хорошо. Все мышцы можно напрячь, и в офисе, и никто это даже не заметит, но результат просто офигенный вообще. Вот поверьте мне, все перепробовано, я вам говорю самые ценные советы, которые... А с м'язами спины так само можно, так? Да, вот я делаю так. Вы свели, опа, подняли лопатки, свели, развели. Свели, развели. Или, например, сидя, вы сидите в офисе вот так, уперлись ножки, ручки сюда. Так. Подтянули себя, видите, свели лопатки, растянули. Видите, я выгляжу как в тренажере. Только этот тренажер гораздо лучше, я с ним могу договориться. А тот тренажер железный, он меня не понимает, он всегда либо тяжелый, либо легкий, одинаковый. Понимаете? Свел лопатки, видите? Растянул. Вот так раз, растянул. Это и в офисе за столом. Просто шикарно. Любые мышцы можна так тренувати. Супер, супер. Ви зараз реально розвіяли міф, що ефективно можна тренуватись тільки в залі з залізом і з гантелями. Качество зависит от вас, вообще, от вашего состояния,
от вашей фокусировки. Угу. Вот. Хороший тренер только тем хорош, или партнер, что он может вам об этом напомнить. Угу. И сказать, чувствуй, не спеши, чувствуй, опускай медленно. Угу. Он обращается к вашему сознанию и возвращает вас туда. Угу. Вы там с телефона, никакого телефона, чувствуй, раз и все. Вот этот красавчик тренер. Угу. А тот, который рядом стоит, говорит, один, два, три, вы посчитайте сами можете. Это считалка. Поэтому в домашних условиях можно быть вот с такими результатами, и вам будут все, как мне, задавать вопросы. Как ты выглядишь в такой хорошей форме? А просто как бы я, ну, отдаюсь этому процессу в настоящий момент, все остальное отбрасываю. И что удивительно, то, что я отбрасываю, например, работу или еще что-то, без меня, оказывается, хорошо работает. Ну, я смотрю, так. Не все нужно контролировать. Нужно так только контролировать то и быть там, чем ты непосредственно занят. Это лучшее решение. Или когда не будет рассеянности, не будет, что ты что-то не успеваешь вообще. Так. И будет доверие к тому, что на самом деле жизнь прекрасна, и все в ней замечательно. Тобто, найважливіше в спорті – це концентрація, як казав Шварценеггер. Так, фокусируйся. Сюди. А слухай, хотів запитати. Шварценеггер колись сказав, що коли я готуюся до змагання, да. Ну, наприклад, дома вже після залу, він все одно продовжує тренуватися візуалізовано. Да, про себе. Це теж діє? Звісно, так. Да. Да. Ти раз представляєш, як ти піднімаєш, навіть коли ти тренуєшся, ти навіть вже представляєш, наприклад, що ти хочеш, іменно ідеальну ту групу миш. Якщо це попит, або це біцепс, ти представляєш, як будто це гора, що це велике, необичне. Тобто подвигаєш свої ожидання, свою віру, розумієш, тобто ти влазиш в своє сознання, розумієш, і моделируешь, корректируешь, все уже в себя выстраиваешь. Так тебе нравится. Так. И тогда ты понимаешь, что имелось в виду, когда говорилось, что наша вера, желательно, чтобы она была нашей, да, и она имеет просто безграничные способности. Да? И когда ты являешься хозяином своей веры и используешь ее по назначению и для себя, и для других, ну, ты просто настоящий бог. Тобто немає нічого неможливого? Ну, звісно, абсолютно ні. А якщо тільки візуалізувати, але не займатися? Теж нормально, дуже добре. Теж працює? Ну, начнемо. Ми ж завжди, прежде чем что-то ми спочатку візуалізуємо, а потім воно починає відбуватися. Щоб ви розуміли, ваше тіло – це теж візуалізація. Ага. Нам кажется, що ми машини фізичні, які навчились думати, але на самом деле ми мислі, які навчились вистраювати своє тіло. А це неочікувано. Це дуже важливий момент. Непогано. Ну що, давайте щось продовжимо ще. На твій погляд, які ще можуть бути вправи? Випади. Випади можуть бути. О, хороші. Супер, так, давайте. Випади, да. Це вже, знаєте, таке вкусненьке упражнення, яке коректирує красоту. Це для мальчиків хорошо і для дівчинок, тому що воно виставляє непосредственно задню поверхність бедра, верхню поверхність бедра, спинку держите, да, животик напряжений, да, і попу піднімає, тобто робить красивий. Для девочек это незаменимо. Часто вот они приходят, они говорят, сразу, я говорю, давайте я угадаю вашу цель. Получается угадать. Мы опускаемся таким образом, чтобы коленочка была над пяточкой. Нижненько опустились и вдавливаем. Фух, и задержали с вынутой спинкой. Опять вдох, коленочка над пяткой и вдавливаем. Раз, снова. Раз, так делали 15 повторений и вторую ножку ставим вперед. Раз, раз, сделали. Да, и потом на этой же ножке, можно на одной ножке мы стоим и делаем наклоны. Раз, задержали. Фух, подняли, остановились. Задержали, остановились. Это упражнение тренирует всю нижнюю часть. Особенно девочкам это понравится. Uh-huh. Если вы будете выполнять хотя бы 2 недели, а то и месяц этих упражнений, отовсюду посыпятся вам комплименты. Гарантирую. Класс. Мне эти наклоны сподобались. Да, это очень качественное упражнение. Все, вот те упражнения, которые я показал, оно может даже одно быть в своем роде, его выполнять, и ты будешь всегда в прекрасной форме. Просто приседай, как для девочек, для мальчиков, например, не успеваете вы ничего делать, просто ежедневно приседайте. Угу. Вы будете всегда протянуты, сердце сосудистое работать, и всегда будете подтянуты и заряжены хорошими гормонами, которые просто вас рвут в бой, именно, и хочется жить. Наклоны – то же самое, да, отжимания – то же самое. Это 3 основные упражнения, а все остальное плюс-плюс-плюс-плюс по вашему желанию. Там поменяли, но единственное, фундамент должен всегда оставаться. Отжимания, наклоны и приседания. Да, и приседания. Это основа всего, то есть на чем держатся абсолютно все результаты, все показатели. То есть это 3 основных упражнения. Это такой секрет. Класс. Такий, такий от секрет і інсайт, це дуже круто. І реально, що це можливо виконувати вдома прямо перед телевізором. Тому що нас навчили, нам кажется, все должно бути дуже сложно. А це неправда. Все нужно упрощать. Вот, послушайте даже слово. Сложность, то постоянно нам кажется, що не може бути так все на поверхності. Нужно сложно. Сложно содержит в себе корень ложь. Не слагать, не сна, а ложь. А просто рост. Вот всегда упрощайте свою жизнь, ищите простые методы, вы будете расслаблены и получать максимум. Вот і все. О, клас. Ось це цікавий інсайт. Такі ви почули, секрети, друзі? Реально, дуже-дуже корисні.
чесно, інсайт, от важко і просто, ось це найголовніше для мене. Ми тобі дуже вдячні. Спасибо. Друзі, Альоночка, розкажи, хто у нас сьогодні в гостях, так, з ким друзі. Ми сьогодні займалися? Сьогодні ми займалися із Тимуром Мазуром, спортивним тренером. Дякуємо ще раз за такі корисні і круті вправи. Я впевнена, що наші глядачі перед телевізором також встали. Кілька хвилин позаймалися своїм тілом, привели його до тонусу і, власне, зараз вже будуть насолоджуватись своїми м'язами. Да, якщо ви не встигли це записати і запам'ятати, то пам'ятайте завжди, просто обнімайтесь. И это все подразумевается. Дякую. Спасибо за приглашение. У нас сьогодні дійсно дуже неочікувана і класна зарядка. Ну, по-перше, багато інсайтів. Якщо трапилося так, що ви не встигли подивитися або потрапили на наші обнімашки, обнімашки – це класно, це супер, це заряджає. Это лучше вообще. Можна ім'я обнімашки. Починати і заканчувати обнімашки. Тимур абсолютно правий. Ми, до речі, кожного ефіру закінчуємо вже, коли виходимо. Ми обіймаємося з нашою командою, тому що ми цінуємо один одного. Друзі, ми вам дуже вдячні, що ви додивилися це відео. Впевнені, що вам було дуже цікаво. Тож підпишіться обов'язково на наш YouTube-канал, аби не пропустити нових ефірів з крутими гостями. А також, коли підписалися, не забудьте увімкнути дзвіночок, адже саме він є запорукою отримання оперативної, найактуальнішої та найгарячішої інформації. We'll be right back.